Здорово, деньги, стребер на связи, это Майк CSGO, это новая тактика, потому что вы, блядь, все мне заспамили с этими тактиками, вы везде пишете, что, сука, мои тактики охуенные, и я понимаю, что они охуенные, потому что я сижу, я трачу на это время, я трачу на это деньги, самое главное, для того, чтобы разработать и придумать какую-то новую тактику для вас, а взамен я хочу от вас получать лайки, комментарии и подписки. Подписывайтесь на канал, ставь лайки и пиши обязательно свои пиздатые комментарии, у меня 1000 рублей на сайте Майк CSGO, это новая охуенная тактика с косаря, как железно выбить самый дешевый ножик. То есть как 100% его выбить. Я вам сейчас буду показывать все поэтапно. Перед началом ролика, ребята, напомню вам про промокод, про самый большой промокод, который существует на этой земле именно для сайтов по открытию кейсов на 40% к вашему депозиту. Вы увидите сейчас на экране, и также он над моей головой. Также я для вас его оставил в описании, если тебе лень его заскринить или записать, он в описании. Можешь просто его скопировать и вставить сюда. Дает плюс 40% к депозиту. Также в описании ссылочка на My CSGO, сам непосредственно. 1000 рублей. В чем заключается суть тактики, ребята? Мы будем сегодня также юзать low апгрейды, то есть low процент, это процент будет 1.96. Для того, чтобы его заюзать, нам необходимо немного преувеличить наш капитал. Я понимаю, что в среднем люди депают 500-1000 рублей, я вот выбрал этот баланс 1000 рублей. Наша задача сейчас 1000 рублей дойти до 2000 рублей и после этого идти и делать 18 раз подряд апгрейд на ножик. Из 18 раз, поверьте мне, он у вас зайдет. Сейчас будем все это проверять. Так, 1000 рублей у меня на балансе. Мне надо сделать еще x1. То есть мне надо сделать из этого всего 2. Соответственно, я буду выбирать кейсик самый дешевый по 18, ой, по 7, по 20 рублей, по 15 рублей серебро. Отлично, сколько оно стоит? Рублей 300. Скорпион. Ебать. Далеко не пришлось ходить, нахуй. Я не знаю, возможно, у вас это чуть побольше времени займет, но как так получилось, что у меня заняло это там 10 секунд, чтобы я преувеличил свой капитал. После того, как вы сделали x1, мы переходим в апгрейд. Здесь самое интересное. Мы выбираем пушечку, выбираем ножичек за 3900. Самый дешевый, по-моему, 3900 стоил, да? Да, городская маскировка, охуенный нож, охуенная наваха, охуенная раскраска, пускай она серенькая, но она прикольная. И здесь мы добавляем 120 рублей, ровно 120 рублей. Это у нас будет 1.96. 120 рублей с тем учетом, что у нас ножичек за 3900. Не путайте, и не, потом не пишите, что «а я добавляю 120 рублей, у меня другой процент». Вам, вы можете вот здесь вот просто юзать и найти вот этот 1.96. Нам важно получить процент 1.96. Обязательно ставим быструю анимацию и поехали. Ставим просто быстрый апгрейд. У нас будет там порядка 18 попыток, уже, соответственно, намного меньше. Пожалуйста. Вот сейчас, когда я, сука, это снимаю, ты не должен меня... подъебать. Ты не должен меня был подъебать, и ты меня не подъебал. Ребята, я 4,5 часа ебался и проверял эту тактику. Я задепал сюда один раз 1000 рублей, и первые 7 раз у меня получилось это сделать. Я также выбил этот ножичек. Сейчас на ваших глазах с 1000 рублей я приумножился до 2000 рублей, выбил сюда к себе ножичек. По сути, вот даже, давай так, давай логически рассуждать. Вот просто логически. Я даже прикурю сигаретку. Все на твоих глазах. Ну, то есть, без всякого наебалова. У меня косарь на балике. Я открыл кейсик. Он мне выдал очень заебись. Ну, это скорее за счет того, что я дохуя слил. Он мне выдал очень-очень заебись. Я залетел в апгрейд. И просто на лоу апгрейде фастом. Здесь это обновление сайта. Пацаны, вот смотрите, выбираем пушку, добавляем баланс. Раньше не было такой хуйни, что быстрая анимация. Раньше была просто классическая анимация апгрейдов. То есть нельзя было ебашить быстро. Понимаете, о чем я говорю? Теперь из-за того, что появилась быстрая анимация, мы можем просто вот чекать. Вот смотрите, я ставлю 50 рублей. 50 рублей. Ставлю 1.9, да? Просто фастом. Просто фастом. Что это за пролак, ебать? Смотрите, нахуй. Фастом хуярю. Просто ебашу, трачу по 1 рублю, хуякс, зашел. Ну, блядь, вы просто поймите этот момент, что это фаст, это какой-то баг, блядь, на сайте. Это реально какой-то баг на сайте. От того, что есть фаст открытие, возможно, из-за этого он так охуенно дает. Вот я трачу по рублю, но я потратил, да, 18-20 рублей. Зато он предыдущий раз мне дал. И это может быть также и с дорогими. С дорогими ножами, с дорогими пушками. Такая непосредственно тактика, ребята. Спасибо большое за просмотр. Это сайт My CSGO. С вами был Стребер. Промик на 40% над моей головой. И также его оставил в описании. Можете юзать. Дополнительно будете получать плюс 40% к своему депозиту. Спасибо большое за просмотр. Также не забываю в описании для вас ссылочку на My CSGO сам непосредственно оставил. С вами был Стребер. До новых встреч. Пока-пока.